тебя уложу. Говорил центр. Наблюдаем подозреваемого. Прием. Thank you.
Мне нужно поработать на сопротивление. У меня революционный настрой. Ну, возле Хейл-Сити есть один пищекупол, где нужно спровоцировать рабкасту на бунт. Я думала о чем-нибудь ближе к дому. Наша борьба касается всей каскади, Фейт. Мы пытаемся создать лучший мир, в котором Ной был бы сейчас. Не вмешивай его в это. Не принижай нашу борьбу. Договорились. Вообще-то да, задание для тебя есть. Нужно, чтобы кто-то установил перехватчик данных на антенну связи настройки. Задание прямо как для меня. Точно. Вот перехватчик. Я отправлю тебе координаты антенны. Удачи. Эй, сюда.
для тебя информация. Бесплатно. Насколько я знаю, слухи о смерти Ноя были сильно преувеличены. Что? Подтвердить не могу. И если он жив, Крюгерсек, вероятно, послали его в Серые Земли. Но я уверен, что такая находчивая девушка, как ты, без труда узнает, где его держат. Вполне возможно. Как я и думал. А когда ты закончишь со своими делами, я буду готов договориться насчет чертежа. Ага. Отлично. Нам нужно знать, когда мои слова войдут в историю. На это не рассчитывали. Мы раздобыли машину. Точнее, жарко нам машину нашли. Завтра она завершает сделку. Уйдут все наши деньги. Не страшно. У нас ведь есть припасы, да? Да, но меня беспокоит, что у нас не останется никаких резервов. Это вообще рискованное предприятие, сам знаешь. Ага. А ты слышала про ту девушку, что вакцину взяла? Что с ней? Ее увели в колонию. Дали 1 год. На год? Не так и плохо. Видимо, кто-то не помог. Это влиятельно. Любой другой отправился бы в Серые Земли. Или был бы застрелен. Нарушение политики конгломерата недопустимо. Thank you.
помочь, Фейт. Но можно обойтись и без шутовства. Несколько раз говорил с Изабель Крюгер. Интересная и запутавшаяся девушка. Искренне верит в конгломерат. Отец хорошо ее научил. Желает нам всем только лучшего, и достигать его надо через личное развитие. Изабель искренне верит в вертикальную мобильность сотрудников. Я пыталась убедить ее, что все это мираж, искусно созданный, чтобы рабкаст оставался на своем месте, а медкаста выслуживалась изо всех сил. Но она даже мысли не допускает, что конгломерат может дурачить сотрудников. Изабель Крюгер не понимает, что это дискредитируется тем самым идеалом личного развития. Ведь выигрыш одного здесь, по сути, проигрыш другого. А поскольку наше общество уже жестко стратифицировано, и проигрывать, и выигрывать будут всегда одни и те же. Создать общество, в котором все будут вносить равный вклад, и все будут равно цениться. Семьи говорят, что мы хотим возродить Омнистат, но это не так. Единственный способ создать устойчивое общество — принять, что индивид всегда должен быть чем-то меньшим, чем коллектив. Не наоборот, как сейчас. Есть те, кто не может принять эту базовую истину, и это всегда те самые люди, которым наиболее выгодна текущая система. Их надо уничтожать, если нет иного пути. Семьи не говорят никому, что их путь абсолютно нестабилен. У нас нет ни энергии, ни ресурсов на бесконечное потребление, к которому мы привыкли. В конечном итоге речь идет о выживании нашего вида. Мы или изменимся, или исчезнем. Thank you.
должна быть у здания с антенной. Найди путь наверх. Я слушаю переговоры. Там говорят о бегущем в районе зонирования. Кажется, Крюгерсек следит за тобой, Фейт. Будь осторожна. Устройство надо установить на самой вершине, Фейт. Согласно моим источникам, там будет незащищенный передатчик-усилитель, к которому и можно подключиться. Я на вершине. Ставлю устройство. Сработало. Молодец, Фейт. Когда пойдешь вниз, берегись группы реагирования. Похоже, они ее выслали, когда заметили тебя. Усмиряем бегущего. Вас поняла. Поехали. Там пошло много данных, Фейт. Спасибо. Это очень пригодится в нашей борьбе. Не стоит. Я просто разминалась. Интересно, каковы твои идеалы, Фейт? Что-то говорит мне, что ты веришь во все это больше, чем показываешь. Но что же для тебя главное? Ответа я не жду. Может быть, у тебя его и нет, но вопрос задать все равно было надо. Наши вопросы помогают нам постичь себя. Так говорила твоя мама. Тристан, я на связи. Рад слышать твой голос. Как дела внизу? Знаешь, иногда я так скучаю по солнцу. Да и я тоже его не особо вижу. Крюгерсек прочесывает крыши и ищет того, кто вломился в Элизий. Информацию рыть трудно. Нашел что?
Кое-что есть. Друг твой, похоже, все устроил. Ной? Да, но на этот раз он послал не Икара. Воспитанница его, Фейт. Фейт об этом не знала? Ну, она всегда была упрямой. Попробуй с ними связаться. Может, они что знают. Спасибо, милый. Тристан, я на связи. Рад слышать твой голос. Как дела внизу? Знаешь, иногда я так скучаю по солнцу. Да и я тоже его не особо вижу. Крюгерсек прочесывает крыши, ищет того, кто вломился в Элизий. Информацию рыть трудно. Нашел что? Кое-что есть. Друг твой, похоже, все устроил. Ной? Да, но на этот раз он послал не Икара. Воспитанница его, Фейт, из колонии вышла. Она все сделала. Я не понимаю. Но и к таким делам обычно и близко не подходит. Может, Фейт об этом не знала? Ну, она всегда была упрямой. Попробуй с ними связаться. Может, они что знают. Спасибо, милый. Береги себя. Плохо мы показали Крюгерсек, да? Хорошо, что ты здесь и всем помогаешь. Опять ты. А ты не рада? Да мне все равно. Ты скоро умрешь. Мой отец равняет это место с землей. На все готов ради доченьки, верно? Из тебя выйдет отличный директор. Ну-ну, тебе чего надо? Мои друзья. Я знаю, кто-то жив. Какая разница? Все равно ты их не увидишь. Где они? А ты отца моего спроси. Он будет рад с тобой поболтать. Не сомневаюсь, но я-то с тобой говорю. Дашь верную информацию, я тебя выпущу. Я не знаю, где они. Доступ к записям есть только через мейнфрейм Крюгерсек. Успехов тебе. Уж я постараюсь. Пластик, поможешь проникнуть в штаб Кейсек? Мне нужен их мейнфрейм. Штаб Кейсек? Псы, что ли? Легко. Тогда за дело. Фейт, ты там? Ты сейчас где? У меня новости про Ноя. Он может быть еще жив. Что? Как? Когда? Проверяю информацию. Отлично. Держи в курсе. И мне кажется, пора нам уходить из Черного ноября. Ребекка с каждым днем все опаснее. Недавно, говорят, казнила в канале предателя. Сдается мне потом очередь Изабель Крюгер. Я в этом участвовать не хочу. Да, скоро мы уйдем.
Внимание! Все работы в зоне жилищного развития Джи остановлены.